Друзья, трава закончилась. Диме позвонил, говорю: Дима, привези дрова. Представляете, и вот он, я ему в обед позвонил, белка рожала, и вот он привез. Прямо, ну я не знаю, красавчик просто. Помаши зрителям ручкой, молодец. А что, может, когда поднимем, сразу отцепим, чтобы эти не вытаскивать чалки? Приподнимем? Это пашка небольшая, брат. Так молодец, что ты небольшую привез.